Участники экстренного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций восстановили всю картину происшедшего и уточнили меры для ликвидации последствий стихии. Самыми уязвимыми у нас на этот момент оказались объекты энергетики, где от шквалистых усилений ветра на отдельных участках фиксировались порывы ветра до 34 метров в секунду. И сильные осадки у нас прошли по северной территории и северо-восточной территории, частично западную территорию. Это зацепило Первомайский сельский округ, Виноградный, частично Уташ, Суворов-Черкесск, где менее чем за час выпало от 31 до 32 миллиметров, что проходит по категории как опасных погодных явлений. Энергетики подключили дополнительные бригады для обнаружения порывов на высоковольтных линиях и ремонта и включали потребителей поэтапно. Бригады «Ремстрой» ночью убрали часть поваленных веток и деревьев. Предприятие «Сити Кристалл» организовало технику для вывоза. Сегодня утром работы по расчистке города продолжились. На Крымской на торговый центр упало дерево. Сильный ветер расколол немаленький ствол буквально пополам. Понадобился кран для того, чтобы освободить улицу от упавшего платана. Рабочие оградили территорию и за полчаса справились с задачей.